И вот он, может быть, опаснейший момент. Месси! 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 76-я минута. Лео Лионель Месси. 10-й его удар в этом матче становится голевым. И наверняка где-то там, метрах 20 от этих парней, стоит Микаэль Мальсак, обхватив голову руками. Это он мог сыграть проще, но он подарил мяч Барсе и подарил мяч Месси. Мяч, который в итоге ударом от штанги был доставлен в сетку ворот. Де Йонг, голевая передача, Лео Месси, гол.